Так, все, Семен готов? Звук есть? Так, пульт первый, пульт второй. Так, первая камера готова? Ваня, начинаешь с первой камеры, потом на кран. Общак даем со второй камеры. Ясно? Где оператор? Продюсер, верстка готовы? Так, сюжет долетел, успели залить? Так, что там по материалу? Да? Что? Так, не слышу. Что по... Кайк? Нормально? Так, все хорошо. Телефоны дали в эфир? Дали перед этим. Все, прекрасно. Так, так, так. Прямое включение будет? Нет. Все, спасибо. Ясно. Оля, ты готова? Так, ведущий, микрофон ведущему, пожалуйста, поправьте. Эфир, студия. Слышу вас. Так, где массовка? Массовка где, я не понял. Так. Все, 10-секундный счет. Внимание. 10 секунд до эфира. Соберутся самые известные блогеры, чтобы обсудить извечную проблему отцов и детей. Выскажутся все, кто прав, взрослые или дети, дети или взрослые. Бесконечный спор поколений решается сегодня, именно здесь, именно сейчас, на наших глазах, при вашем полноценном участии. Благодаря нашей платформе виртуальной реальности, которую регулирует наша искусственная нейросеть. Передовая инновационная система искусственного интеллекта под названием Кай. Поприветствуем Кай! Добрый день, Кай, это я здесь, я с вами, я повсюду. Я вам рад в нашей инновационной системе миллионы людей. И сегодня для участия в голосовании зарегистрировалось уже максимальное количество участников. Мы можем начинать шоу. Кай! Почему тебя так зовут? Кайт в переводе с английского. Воздушный змей. Это символ мечты и фантазии. Итак, поехали! Напоминаю тему нашего шоу «Отцы и дети». Сегодня у нас множество участников студии, которые хотели бы высказаться по заданной теме. Параллельно нашему обсуждению проходит онлайн-опрос, в котором могут принять участие все зрители нашего шоу. Пишите, звоните, голосуйте за точку зрения родителей или детей. По итогам этого опроса вас сегодня ожидает сюрприз. Но не будем забегать вперед. Слово родителя! И сегодня их точку зрения представляет семья врачей, мать, общественный деятель, отец, председатель общественного движения за право родителей, осторожно, дети, доктора Уха Карла Носовы. Нет, так это дальше продолжаться не может, нет, так защитить будет просто невозможно, нет. Ведь если мы от кого-то не будем, нет, где теперь уважение к нам, взрослым людям? Взрослым людям? Нет, 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 вот, к примеру, умным местам и жизни банка. Вот, 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 себя хранить в тиктоках или в инстаграмах. Вот, попробуй. Вот-вот-вот, услышишь ты в ответ друг. Или молчание, 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 молчание. Но, чтобы помыть дома пол или просто посуду, нет, нет. Будет их ответ, не хочу, не буду, да, да. Все люди благодарны, пока ты рисуешь.
все по-настоящему просто. Эгоисты. Эгоисты. Что же? Родители достаточно жестко обозначили свою позицию. Что на это ответят дети? Напомню, что параллельно нашему обсуждению проходит онлайн-опрос, и по его итогам искусственный интеллект Кайп предложит нам необычные решения. Но не будем забегать вперед. Кто готов ответить родителям? Ну что же, слово предоставляется молодому поколению в лице известного дуэта-блогера под названием Дорога! Детский раунд, детский слезы, ваши слова уже угрозы. Наши патчи на мастера хлеб и съесть, как попугай Кеша, кушай до речки детский. Правду сказать прощения во мне, но и вы не подарок под елки. Видимо, мало в вашем огороде ко мне, растребуйте детей своих столько. В этом извечном споре отцов и детей. И сейчас самое время узнать, что же там творится с нашим онлайн-голосованием. Кай? Я здесь. Я с вами. Я повсюду. Я вам рад. В нашей инновационной системе миллионы людей. И на данный момент проголосовало уже 547 382 человека. И вы наверняка удивитесь. Но голоса поделились поровну. И у меня есть весьма необычное предложение. Чтобы не тратить время на дебаты и споры в прямом эфире, мы просто запустим программу, разработанную мной. Программа называется «Праздник непослушания». Это симулятор реальности, виртуальный, в который мы сможем на время погрузить родителей и взрослых, чтобы посмотреть, каким образом будут развиваться события, когда запреты будут сняты. Каждому участнику эксперимента будут подключены сенсорные датчики, которые будут отслеживать активность мозга и эмулировать физическую активность участника. Все будет очень реально. Вы удивитесь. Итак, сюрприз от нашего искусственного интеллекта. Симулятор реальности! Новый мир. Виртуальная модель. Готовы ли наши участники шоу погрузиться в этот дивный новый мир, чтобы посмотреть, что будет в мире без запретов? Да! Готовы ли сами родители погрузиться в этот мир, чтобы посмотреть, что будет в мире без ваших запретов? Да! Да о чем тут может идти разговор? Ваш дивный новый мир развалится. Вы не сможете нам просуществовать и несколько часов. Там все превратится в хаос. Вы же передерете снег. Без ваших запретов, которые вы сами не соблюдаете, все будет как надо. Этот ваш мир рухнет без нас. У вас не получится нас получать. Передеретесь все друг с другом. Ну что же, я так понимаю, все готовы с головой погрузиться в эксперимент.
мнение? Ну что же, мы начинаем! Попрошу наших ассистентов надеть аксессуары на наших участников эксперимента и подготовить к погружению в виртуальную реальность. А пока хочу напомнить, что в онлайн-голосовании, которое проводилось во время нашего прямого эфира, голоса зрителей поделились поровну. Это значит, что теперь все точки над «и» сможет поставить только этот эксперимент, который предложил нам искусственный интеллект Кай. У всех участников эксперимента совершенно равные условия. С той только разницей, что каждый действительно сам себе выберет именно тот мир, который ему придется по вкусу. Я вижу, что мои помощники уже подготовили нескольких участников. Остальных же участников прошу проследовать к своим креслам. Мы начинаем погружение.
Ой! Здравствуйте! Добро пожаловать в дивный новый мир Фанатик. Я Кайт. Кто вы? Вы дети? И да, и нет. Вы программы, похожие на детей. Самообучающиеся программы. Сначала я планировал создать одну. Но для самообучения практичнее было создать две программы. Почему у нас такие странные имена? И для чего мы нужны? Да, зачем мы созданы? В бурно развивающемся мире людей. В человеческом мире еще совсем недавно, когда не существовало компьютеров. Писатель Сергей Михалков написал повесть. Сказку для детей и родителей «Праздник непослушания» в этой повести был персонаж, которого звали Фантик. Он был взрослый, но маленького роста. И дети принимали его за своего, и родители принимали его за своего, а когда родители ушли от детей... Так значит, мы созданы для того, чтобы помочь? Вы созданы, чтобы понаблюдать, и не вмешиваетесь в эксперимент. Ваша задача только фиксировать изменения в потребностях подопытных. Он сказал подопытных? Разве так назвал людей? Да, очень странно. Ладно, давай посмотрим, в каком виртуальном мире они сейчас. Давай. Так, это кто? Это один из детей. Подключаюсь. Похоже, у него в виртуальном мире встреча с друзьями. Да, это день рождения. Открываю канал трансляции. Вывожу на экран. Прекрасный мир был у современных взрослых, когда они были детьми.
Они мечтали о далеких планетах. Они мечтали, что все люди станут единой, дружной и большой семьей. Они мечтали, что не будет болезней. О том, что электроника поможет им стать ближе друг к другу. О телефонах с видеосвязью. Похоже, это единственное, что сбылось в их мечтаниях. Электроника и телефон с видеосвязью. Смотри, что у них в виртуальном мире. Открываю канал трансляции. Вывожу на экран. Попробовать напомнить взрослым об их мечтах, что
что люди создали социальные сети для того, чтобы стать ближе друг к другу. Они на самом деле только разлучили человека с человеком. Но как это сделать? Как им это сказать? Как сказать, что эта жизнь фальшивая? Как сказать им, что в этой жизни нет места обычным сомнениям, нет обиды и горечи от поражения, и нет предательства, здесь нет наказания, нет, это не жизнь, а одно лишь название. Нет, это не жизнь, а одно лишь название. Не надо мечтать о будущем, нет, играть их по-разному. Изобретать, сочинять, советы, думать по-разному. Все за детей и взрослых решает теперь техника. Каждый сам для себя просто, каждый сам по себе просто. Но человеку без человека как? Но человек без человека как? Фан, у меня есть идея. А что если в их виртуальном мире отключить свет? Мы прекратим эксперимент? Нет. Просто они в виртуальном мире подумают, что произошел сбой программы, встретиться друг с другом без телефонов, без планшетов и без компьютеров. Тогда придется общаться друг с другом, налаживать отношения, договариваться. Так и сделаем. Только надо аккуратно пройти защиту искусственного интеллекта. А мы попробуем подключиться, как будто бы для диагностики. Так, начнем с этих четырех. Запускал программу внедрения. Активирую спой. Стой! Я забыла самое главное. Надо добавить в эту реальность еще один компонент. Какой? Книгу. Какую книгу? Книгу Сергея Михалкова. «Праздник непослушания». Точно! Это та удивительная книга, про которую говорил Кай. Посмотрим, что из этого выйдет. Все. Теперь можно активировать спой. Я спала? Что это? Как
Что вы здесь делаете? Вы помните, вы участвовали в эксперименте. Да. Только самого эксперимента я не помню. Я как обычно жил. Я тоже. Не помню, что происходило в этой виртуальной реальности. Может, это просто обман какой-то? Похоже, это никакой не обман. Произошел сбой системы, и я не знаю, как это починить. Подожди. Ты хочешь сказать, что мы были в виртуальной реальности, которая похожа на нашу жизнь? Ну или наша настоящая жизнь похожа на... Виртуальную? Да, вот именно, но произошел какой-то сбой, и я не знаю, как теперь отсюда выбираться. Смотрите, здесь книга. Может, в ней подсказка? В некоторых играх стратегия, ключи или подсказки находятся в книгах. Ну что, читаем? Читаем! Стой! Но если мы в виртуальной реальности, то знания можно получить моментально. Тем более, мы все читали эту книгу Сергея Михалкова. Верно! Не пугайтесь, мы не навредим вам. Мы две программы, созданные, чтобы следить за ходом эксперимента. Это мы нарочно сделали сбой в программе, чтобы вы посмотрели, во что превращается ваша реальность. Вы становитесь все дальше и дальше друг от друга. Не только дети от взрослых, но и вообще люди друг от друга. Ну надо же с чего-нибудь начать, чтобы измениться. Может, с семьи? Давайте прочтем вот эти строчки из этой книги. Мамы, папы, нам без вас, все равно, что вам без нас. Ну что же, наш эксперимент подошел к концу. А каковы его результаты, вы можете видеть сами в нашей студии. Я думаю, нам всем стоит задуматься о том, в каком мире нам жить и где начинается реальность. В семье, в человеческом понимании. Одним словом, в человеке. И
изобретать, сочинять сонеты, думать по-разному. Но за детей и взрослых проблем не решим. Техника, открыть сердце навстречу непросто, услышать другого непросто. Но человеком иначе не стать никак. Но человеком иначе не стать никак. Все равно, что